пожалуйста, давайте дадим уважение чтецу. Он волнуется, и послушаем его в тишине, пожалуйста. Рани. Баруха Адонай Меворах. Баруха Адонай Меворах Леолам Ваэд. Баруха Адонай Меворах Леолам Ваэд. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו ברוך אתה אדוני נותן התורה אמן אמן פרשת בו ספר שמות פרק 10 פסוק ראשון עד פרק 13 פסוק 16 Недельная глава Бо – это книга «Исход» с 10 главы 1 стиха до 16 главы, 13. До 13 главы 16 стиха. Можно садиться, пожалуйста. «Ваёмер Адонай эль Моше бо эль Паро» כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיתי אותותי אלה בקרבו ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותיי אשר שמתי בם וידעתם כי אני אדוני ויבוא משה ואהרון אל פרעה ויאמרו אליו כה אמר אדוני אלוהי העברים עד מתי מענת לענות מפניי שלח עמי ויעבדוני כי אמהן אתה לשלח את עמי הנני מביא מחר הרבה בגבולך וכיסה את עין הארץ ולא יוכל לראות את הארץ ואכל את יתר הפלטה אני שרת לכם מן הברד ואכל את כל העץ הצומח לכם מן השדה ומלאו בתיך ובתי כל עבדיך ובתי כל מצרים אשר לא ראו אבותיך ואבות אבותיך מיום היותם על האדמה עד היום הזה ויפן ויצא מעם פרעה ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה אמן אני מודה לאלוהים על כך שהוא שמר עליי במשך כל חיי. Я благодарен Господу Богу за то, что Он хранил меня всю мою жизнь. ונתן לי לחיות עד היום הזה. И дал мне дожить до этого дня. היום אני בן 13. Сегодня мне 13 лет. זה גיל שבו אני אחראי על המעשים שלי. Это возраст, когда я начинаю быть ответственным за свои поступки. ואני צריך לקבל החלטות. Где я должен начать принимать ответственность и решение. להתבגר ולעקוב אחרי אלוהים. Повзрослеть и следовать за Господом Богом. בנוסף לכך, אני מודה על כך שהצלחנו להתכנס היום כדי לחגוג את הבר מצווה שלי. Помимо всего, я благодарен, что у нас получилась такая возможность собраться всем вместе, чтобы отпраздновать мою бар мицву. היום יש לי זכות לדבר לפניכם על פרשת בו. И сегодня у меня есть привилегия говорить с вами про недельную главу, которая называется Бо. לדעתי, הפרשה מאוד מורכבת ומעניינת. Это очень интересная и глубочайшая глава. זו פרשה מאוד עמוקה ומשמעותית להיסטוריה של העם שלנו. Она очень важна в истории нашего народа.
בפרשה זו מדובר על שלושת המכות האחרונות על מצרים. В этой главе говорится о трех последних казнях, которые сошли на Египет. Макат арбе. Казнь саранчи. Заарас эт кол ма шенишар бисадот шел Мицраим ва эт кол агидулим. Это испортило или испортило все, что осталось, вся зелень, которая еще осталась в Египте. Макат хошех. Тьма. Бемешах шлоша ямим шлемим, а я хошех мухлат бе Мицраим. На протяжении трех дней была абсолютная тьма в Египте. Макат бехорот. И казнь первенцев. Бехацот балайла мету кол абехорим ми хайот ад абен шел паро. В полночь умерли все первенцы, от первенцев животных до первенцев фараона. Лама кол амакот эле итрахшу? Почему все эти казни произошли? Ки дерех кол амакот эле Элоим ниса ларот лам Исраэл веле паро шеу Элоим. Потому что через эти казни Господь Бог хотел показать всем, и в том числе фараону, что Он Господь Бог. И что Он выше всякого башка идола и выше фараона, который думал о себе, что Он царь мира. Иногда происходит такое, что мы пытаемся подражать какому-то человеку. Мы видим какого-то известного человека по телевизору. И мы пытаемся подражать ему всем, чем мы можем. Если это, как бы и на внешне касается, или какие-то отношения, и также как он одевается. Когда я был ребенком, я любил играть в футбол. השחקן האהוב עליי היה קריסטיאנו רונלדו. И мой любимый игрок это был Криштиану Роналдо. ניסיתי לחקות אותו בכל מה שיכולתי. Я пытался подражать ему всем, чем я мог. ניסיתי לשחק כמוהו. Хотел играть как он. להתלבש כמוהו. Одеваться как он. ולהתנהג כמוהו. И поступать как он. אבל אז התבגרתי והבנתי שיש דמות יותר אולטימטיבית. Но потом я повзрослел и понял, что есть более совершенный образ. Элоим. Господь Бог. Элоим у зе шанахну црихим льот домим ло. Господь это тот, которому мы должны, на которого мы должны быть похожи. Басавланут ве баава клапе анашим ахерим. В терпении и в любви по отношению к окружающим людям. Шенеда лислох ве ло леитвакеах. Чтобы мы могли прощать и не спорить. Моше гам ло итвакеах им паро. Моисей тоже не спорил с фараоном. Сефер Шмот, перек Асири, пасук 28 ад 29. Книга Исход, 10 глава, 28-29 стихи. Вайомер ло паро, лех меалай, ашомер леха, аль тосаф реот панай, ки бейом реотха панай, тамут. Вайомер Моше, кен дибарта, ло асоф од реот панеха. И сказал ему фараон Моисею, пойди от меня, берегись, не являйся более пред лицо мое. В тот день, когда ты увидишь лицо мое, умрешь. И сказал Моисей, как сказал ты, так и будет. Я не увижу более твоего лица. Из этого мы можем сделать вывод, что Моисей не спорил с фараоном. Потому что он был уверен в Господе Боге. בדרך כלל ויכוחים זה סתם בזבוז זמן. Обычно споры это пустая трата времени. אנשי אמונה נותנים לנו דוגמה ממש טובה אף פעם לא להתווכח. Люди веры являют нам хороший пример, чтобы мы никогда не спорили. פעם היה איש צדיק ומאוד חכם. Однажды был один мудрец, очень пожилой и мудрый. בא אליו מישהו ושאל אותו. И пришел к нему другой человек и спросил его, в чем секрет твоего долгожития? И ответил ему тот праведник, он сказал, я просто ни с кем никогда не спорю. И тот человек начал говорить ему, но об этом же нигде в Торе не написано, этого не может быть. אם אתה חושב כך, אז לא יכול להיות. И праведник ответил ему, ну, если ты так думаешь, значит, не может такого быть.
Есть אנשים שמחורים לריבים וויכוחים. Есть люди, которые просто помешаны на спорах. אינם יכולים לדבר מבלי להתווכח. Они не умеют разговаривать без того, чтобы спорить. לדוגמה, היום האינטרנט נחשב לבסיס מאוד טוב. Сегодня интернет – это вот такая платформа для вот этих вещей. לכל מי שלא מסכים עם הדעה של השני ורוצה להתווכח מבלי להכיר את הבן אדם ההוא. Там люди спорят друг с другом, даже не зная при этом, с кем они идут, ведут разговор. אפילו לסרטונים שלנו מהקהילה יש בתגובות הרבה אנשים שמתווכחים אחד עם השני וכתוצאה מכך לא מגיעים להבנה כלשהי. И даже под видеороликами нашей общины в комментариях очень часто происходят какие-то споры, и в итоге эти споры не приводят ни к какому результату. В книге «Притч» написано «отдаляться от таких людей». Иешуа может быть нам в этом хорошим примером. И мы не помним в Новом Завете никаких примеров, где Иешуа бы спорил с кем-либо. Он всегда цитировал места из Танаха и ставил оппонента на свое место. ואפילו בסוף דרכו בארץ ישראל, בפגישה עם פונטיוס פילטוס, כשפילטוס אמר. И даже в конце своего жизненного пути, когда он встретился с Понтием Пилатом, вот что было. אתה ישועה משיח מלך היהודים? Пилат его спросил: "Ты Иешуа, царь евреев?" ישועה ענה לו: "אתה אמרת." Иешуа ответил ему: "Ты сказал." ישועה הוא דוגמה בשבילי למשפטים חכמים שאפשר להגיד למישהו שמנסה להוציא אותי לריב או ויכוח. Иешуа для меня прекрасный пример, как реагировать в ситуации, когда кто-то пытается тебя вывести из себя. אני הבנתי שכדי שיהיה דומה למשה או ישוע, עליי להתפלל לאלוהים ולבקש ממנו חוכמה וסובלנות. Я понял, что для того, чтобы мне быть похожим на Иешуа, мне нужно молиться и просить у него милости и мудрости. מאוד חשוב להתפלל תמיד. И всегда очень важно молиться. אפילו כשקמתם בבוקר, צריך להתפלל. И когда вы проснулись утром, очень важно молиться. צריך להתפלל על היום הזה, בגלל שאף אחד לא יודע מה הולך לקרות. Нужно молиться за этот день, потому что никто из нас не знает, что с нами произойдет в этот день. פעם קמתי בבוקר והייתי מאוד לחוץ. Однажды я проснулся утром и был очень взволнован. רציתי מאוד להתקבל לבית ספר שבחרתי. Я хотел поступить в какую-то школу, в которую я выбрал. באותו היום הייתה הגרלה שהחליטה אם אני אתקבל לבית ספר או שלא. И в тот день решалась судьба, поступлю ли я в эту школу или не поступлю. הייתי במחשבות שלי עד כל כך שאפילו שכחתי להתפלל. И я вот так был погружен в эти мысли, что я даже забыл помолиться. ובדרך, כשאני ואבא נסענו באוטובוס, קרתה תאונת דרכים. И вот по дороге, когда мы ехали туда, на автобусе, с автобусом произошла авария. מהמכה של המכונית, אני נפלתי על הרצפה. И в результате этой аварии я упал на пол в автобусе. אבא קיבל מכה ביד. А мой папа получил удар в руку. אך למזלנו, אף אחד לא נפצע רציני. Но, слава Богу, никто серьезно не пострадал. בסוף היום, בכל זאת התקבלתי לבית ספר, בחסד אלוהים. По милости Божьей, в конце этого дня я все-таки, да, поступил в эту школу. כשהגעתי הביתה, התחלתי לנתח את כל מה שקרה. Вот когда я вернулся домой, я начал размышлять обо всем, что произошло. ונזכרתי שבבוקר לא התפללתי. Я вспомнил, что утром таки я не молился. ודרך הסיטואציה הזאת, אלוהים ניסה להראות לי שתמיד צריך להתפלל, אפילו בבוקר. И вот через эту ситуацию Господь Бог показал мне, что всегда нужно молиться, особенно утром. גם אם אתה לחוץ, גם אם אתה ממהר, צריך תמיד להתפלל. Всегда нужно молиться, неважно, ты взволнован, у тебя какие-то мысли, переживания, должен помолиться. אני רוצה להודות לאלוהים על כך שהוא שמר עליי במשך כל חיי. Я благодарен Господу Богу, что Он хранит меня на протяжении всей моей жизненного пути. על זה שהוא תמיד מקשיב לי ופשוט אוהב אותי. За то, что Он слышит меня и просто любит меня. בנוסף לכך, הוא זה שנתן לי את האפשרות לעמוד פה עכשיו לפניכם. И именно Он дал мне эту возможность стоять сегодня перед вами и говорить вам. ולקרוא מהתורה הקדושה. И читать из Святой Торы.
אני מודה גם להוריי שתמכו בי במשך כל חיי. Я также благодарен моим родителям, которые поддерживают меня на протяжении всей моей жизни. Они те, которые помогли мне организовать эту бар-мицву. Спасибо Леону и Нине, которые управляют этой общиной. Спасибо нашим учителям в шаббатной школе, которые обучают нас. בנוסף לכך, הייתי רוצה להגיד תודה מיוחדת למרק, שלימד אותי לקרוא עם טעמים, ובנוסף לכך לעשות פירוש. Я особенно благодарен Марку за то, что он научил меня читать истории с таамим и помог мне сделать этот пируш. ותודה גם לכם שבאתם להקשיב לדבריי. И спасибо вам, что вы пришли послушать мои слова. תודה. Спасибо. Рани, באמת, כל הכבוד. Супер, Рани, молодец. Карата, мамаш, мамаш, טוב. Ты прочитал очень хорошо. וגם נתת פירוש מאוד עמוק. И ты очень дал глубокое толкование. רואים שבאמת השקעת הרבה זמן להכנות. Видим, что ты вложил большое время для того, чтобы подготовиться к этому. ובאמת השקעת גם את הלב שלך, את כל הנשמה. Ты вложил в это свое сердце, свою душу. התייחסת לזה ברצינות. И очень серьезно отнесся к этому. ואני רוצה לאחל לך שאתה ככה גם בהמשך תשקיע באמונה. Я очень хочу пожелать тебе, чтобы ты продолжил вкладывать свою веру также. Чтобы это не было только однодневным, вот я сделал. Или чтобы бэмшех за фух, за итэн леха коах лямших, ולהשקיע ביחסים אלוהים ובפיתוח האמונה שלך. Чтобы ты продолжал вкладывать свою веру, чтобы она умножалась, и ты через это раскрывался. כי יש בך פוטנציאל מאוד גדול. У тебя есть большой потенциал. יכול להיות שלא רואים אותו עדיין. Может быть, еще не все его видят. אבל אלוהים יכול להשקיע בך הרבה. Но Господь может взрастить тебе очень многое. ואתה תהיה אור להרבה אנשים מסביבך. Ты будешь светом для большого количества людей. לחברים, למבוגרים. Для друзей, для взрослых. אז אני פשוט ממש מכריז את המילים האלו לחיים שלך. Я провозглашаю эти слова в твою жизнь. אבא, אנחנו מודים לך עבור רני. Господь, мы благодарим Тебя за Рани. Может быть, мы его не замечали тут часто. Может быть, некоторые его даже и не знают лично. Но мы знаем, что Ты можешь использовать любого человека. И сделать из него что-то большое. Чтобы он был светом и огнем для царства твоего. Я прошу, Господи, чтобы этот огонь был в нем. И чтобы он шел с этим огнем до конца своей жизни. Чтобы не оступился и не упал. И даже если он где-то сомневается, укрепи и поддержи его. Во имя Иешуа. Аминь. Также хотим помолиться за родителей. Я тоже хочу кое-что сказать. Вообще супер, Рани. Очень здорово. Я так благодарен Богу. Я вижу твое большое сердце. Ани ро это лев агадоль шельха. И то, что ты прочитал, это просто сила. И пусть все, что ты сказал, оно начнет двигать тебя. וכל מה שאמרת שזיוביל אותך בחיים. Чтоб ты подражал Иешуа. Шата тие к мой Иешуа. Жил с ним, двигался с ним. Тихией то, тией то тамид. И как ты сказал, это особенная глава Бо. К Моше Амарта зе параша меод миюхедет. Иди. Лех. Иди, не оглядывайся назад, держись за него. Аль тистакел ахора ти лех кадима ве тахзик ото хазак. И я чувствую, Господь, тогда ты больше увидишь того, чего даже не задумывался. ואני בטוח שאתה תראה לפניך עוד מאוד דברים טובים, אפילו על מה שעוד לא חשבת. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя за этого прекрасного брата. אבינו, אנחנו מודים לך עבור אח הזה יקר. Теперь он не младенец.
עכשיו הוא כבר לא ילד. Теперь он ответственен перед тобой. עכשיו הוא כבר אחראי לפניך. Поведи его теми путями, которые приготовил ты для него. Тадрих ото бадрахим шаата иханта бишвило. В тех дарах, способностях, которые ты вложил в его сердце, в его душу, в его жизни. Бадварим шаата самба либо бахаим шело. И я не сомневаюсь, Господь, что ты с ним. Вани батуах шаата ито. Ты его уже благословил сегодня. Ата квар бирахта ото. И пусть эта печать от тебя, она будет на нем. Как Дима сказал, чтобы он был на самом деле выделялся светом и во всем среди своих друзей, окружающих. ושחותמת הזאת תהיה עליו כל הזמן שהוא תמיד יהיה בולט בין חברים שלו, בין אנשים שקרובים אליו. Не потеряй то, что Господь тебе дал. אל תאבד מה שקיבלת. Иди вперед, не останавливайся. לך קדימה ואל תעצור. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за эту прекрасную семью. אבינו, אנחנו מודים לך עבור משפחה הטובה הזאת. За Ростика. עבור Ростик. За Татьяну. Татьяна. За всю их משפחу. כל המשפחה. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты их не отпускаешь своих рук. אני מודה שאתה לא משחרר אותם מהידיים שלך. Я верю, что в ближайшее время мы увидим, когда будет вся семья здесь в сборе. אני מאמין ומקווה שכל המשפחה תהיה ביחד בקהילה שלנו. Господь, ты благословил и благословляешь, и веди, Господь, и Ростика, и Рани. Аба, тувил там, тадрих там, גם את Рости, גם את Раник. Чтобы они также двигались в своей семье. שהם התקדמו במשפחה. И были примером, Господь. ויהיו דוגמה טובה למשפחה. И соблазном для того, чтобы быть вместе здесь. ושכולם יראו אותם וירצו להיות בקהילה. Мы благословляем их твоими благословениями. ומברכים אותם בשם ישוע. Давайте прострем руки на них. יברך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונך. ישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. בשם ישוע המשיח, אמן. אמן, אמן. אז רני, אנחנו רוצים לראות אותך באמת יותר גם בקהילה, גם בנוער, אוקיי? וכמו שדיברת היום, שיהיה לך באמת כבוד גם להורים, גם למורים שלך. רני, לא משנה אם זה בית ספר או קהילה. Тебя всегда в общине, в собрании, и как ты сегодня говорил, чтобы ты всегда преуспевал в своей жизни и в школе, и в жизни. Чтобы кавод для чтобы это было честью для твоих родителей, для твоих учителей, для лидеров. Рами, и в твой знаменательный день мы хотим поздравить тебя. Бейома миухадеза анахну роцим леварех отха. И я только хочу добавить то, что ты сказал, что над нечестивыми три дня была тьма. ואני רק רוצה להוסיף שבמצרים היה חושך שלושה ימים. Но я не думаю, что еврейский народ эту тьму испытывал, потому что они были в присутствии Бога. אני חושב שעל עם יהודי חושך הזה לא היה, כי הם היו בנוכחות אלוהים. Я только скажу, как Давид, что чтобы ты всегда перед лицом своим видел того, кто является этим светом. אני כמו שדוד אומר, שאתה לפניך תמיד תראה את האור. И чтобы через себя к этому свету тянулись такие же, как и ты. Что אנשים ירצו להיות קרובים אליך דרך דרכך לאלוהים. Здоровья тебе и всего, 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 всего. Мазаль тов. Мазаль тов. Давайте все встанем. זאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. Вот Тора, которую Моше передал Божьему народу по Божьему повелению. הדבר נהיה בשר וישכון בתוכנו רב חסד ואמת והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר. עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאוהו
ушар, даркея, даркей ноам, веколь нетивотея, шалом. Ашивейну Адонай Элеха венашува Хадеш, хадеш ямейну Хадеш ямейну кекедеш